15-я Ситникова Арина, 16-я Капустина Зарина, 17-я Барбаренко Валерия, 18. Ну что, звучит свисток. И вот опасный момент. Можно забивать Могилеву. Пробивал. 7-й номер пробивал. Это у нас Бролюгова Виктория. Ну и вот еще один опасный момент. Ух, хорошо, хорошо справляется с этим ударом. Хорошо отыгрались. Прострел. Гаврук. Гаврук забирает мяч в руки. И вот Капустина с мячом. Забивать надо. Забивает Зарина. Ну вот сегодня у нас понедельник, друзья, на самом деле. Ух, опасно, опасно, опасно. Капустина на правый фланг. Удар. Перекладина, да. Исполнители до такого не додумались. Забивает. На 24-й минуте. Нижегородова Валентина, это капитан команды. И Капустину как раз таки Зарину. И гол у нас. Гол команде Гомельской области. Капустина. Дальний удар. Ой, Капустина Зарина. Причем вроде бы мяч улетел от ее рук выше ворот. Что, в общем-то, и происходит. И Гаврук фиксирует мяч. Дальний удар. Гол! На повторе. Опасно, опасно! Делает прострел. Ух, как хорошо сейчас действует Гаврук Ольга. Итак. Гол. 6-0, друзья. 11-й номер, Алина. Хотят увеличить преимущество. Капустина с мячом бьет. Выше ворот летит мяч. Дальний удар. Гол. Нижегородова забивает. Хороший гол. Хорошо, хорошо прорывается она. Бить нужно Артишевска. И удар. Гол! На табло у нас 8-0 становится счет. Это была Капункина Валентина. Продолжается атака Берлюгова. 10 минут у нас есть для того, чтобы увидеть либо гол. Лисюк. Ух, перекладина. Ну что, девушки, забьете второй мяч в сезоне? От команды Михаила Соболева, друзья. Ну что, пожелаем.